вот мы тут во Флориде, это, и вот прошли просто к пруду, а здесь тупо аквариумные рыбки плавают. Вон губяшка, вроде как, и растения, вот это у меня растения, вот эти в аквариуме, вот эти. И вот это, типа людвигия или что это. Вот это да. То есть оно у них здесь просто растет. То есть подошел с очком, грибнул, и у тебя есть аквариумные рыбки. Прикольно, еще такие разноцветные. Это просто... Мы здесь тут парк, тут на этих катаются на тросах зиплайн. Вот это прикол. Да, мои аквариумные растения. Хоть бери, нарывай и вези в Нью-Йорк. Прикольно, вот они тут во Флориде все. Смотри, посмотри. Ты смотри на это. Все, пошли, а то сейчас все упадешь в воду. Вроде как деревья обычные, но что это такое? Я не знаю. Но самое интересное, что она на всех деревьях. Это, наверное, еще, паразит какой-то. Да, ящерица там живет. То есть вот тоже полное дерево этой фигни. Ты, наверное, паразит, а может и нет, я не в курсе. И на этом дереве. Но деревья все разные, и на всех есть эта зараза. Но я бы не сказал, что оно сухое, мертвое, оно как живое. Ну, в смысле, не выглядит таким сухим, мертвым. Интересно. Вы просто понимаете, я в Нью-Йорке покупаю все эти коряги, растения, рыбок. А они тут тупо пришли так с очком, опа, растения вырвали там. И все, отправили в Нью-Йорк за $20. Вообще кайф. Я не вижу фиш. Да вон полно там этих, этой рыбы, вон она. Мальки вон. Ну это взрослые, ну какие-то аквариумные рыбки. Тут у нас головастики. Они головастики, baby frog. Baby frog, головастики, да. Юля на стенде. Все внимание на Юлю. Вероника уже готова. Алан весь в палочках и в ящерицах. Все, ему тут интересно, он бы тут жил. Алан кайфует, ловит тут ящерицу с красной головой такая у нас. Давай, Алан, пробуй. Ага, убежала. А вот еще одна, вот она, вот еще одна. Алан. Опа, убежала, убежала, убежала. Давай, лови. Ловит и боится. Здесь уже рыбки побольше, вон даже там черепаха поплыла. Вон она ушла. А здесь рыбки уже покрупнее такие. Где их не видно? Не вижу, не вижу. Я вижу там. А вот она стоит, вот она. Что за рыбки? Он как неончики, не неончики. Короче, это все аквариумные рыбки здесь плавают. Алан, он кинул палочку, и сразу все рыбки подплыли. Там вон они. Кишит рыбой. Да и черепах много, просто не успеваю снимать, они убегают сразу. Это Флорида, здесь всегда тепло. Здесь как бы минимум 20 градусов по Цельсию. Ну, может, иногда там бывает 10 зимой. Не знаю, крайне редко, но обычно 20. А летом всех 35. То есть и рыба сама здесь живет, размножается. Ей вообще ничего не надо, также эти растения аквариумные. И здесь полно таких всяких луж. Это прямо в лужах, грубо говоря, в этих все растет. Тут хорошо, что здесь нету змей и крокодилов, потому что это здесь тоже распространено. Но именно здесь их нет. Вероника продвигается. А Юля? Юля начинает двигаться. Смотрите на это бесстрашное лицо. Смотрите, это далеко. Молодцы, девчонки!
Молодец. Вероники татуха. Пошла, 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 пошла. Вот Юля прошла все испытания. А, мне же не заплатили. Короче, вообще даже не смогла пройти. Сдалась на полпути. Вообще, собачка такая. Вообще не могу. А вот и маленькая черепаха. Алан, иди сюда. Также и большие рыбы вот какие-то есть. У Вероники прическа. Ну, Вероника, повернись. Ох ты, ничего себе. Йоу, йоу, what's up, йоу, гёл. Довольная. Херачим, Гриша. Та-да-да-да-да-да-да.